Майя Петровна, вот у вас рядышком стоят самые главные люди в Приморье. Сержант Сурду и сержант Ватаман. Все остальные подполковники, капитаны. Это люди, которые слушаются, что говорят два сержанта. Они командуют подполковниками. Вы понимаете абсурд ситуации? Вы говорите об отсутствии коррупции. Два сержанта. Сурду и Ватаману командуют подполковниками и майорами. Ребята, это полный бред. Мы что, самые большие? Вы попросите. Вот стоит. Мы самые большие. Господин майор. Господин майор, подойдите, пожалуйста, к прессе. Почему вы во мне что с инконсультацией? Дичин, распундис ворог лантрибари. Распундис лантрибари. Дичи. Тата ич, акума. Și nu permiteți, eu vă spun încă o dată, toți care lucrează aici în primărie sunt angajați să ne presteze servicii calitativ și mai mult nimic. Dați-vă la o parte, ședințele Consiliului Municipal sunt publice, dați-vă rog la o parte. Вот очередной случай, когда господин примар показывает свою, собственно говоря, открытость для прессы. Это абсолютный лицемерие, потому что неделю назад он сказал, что не будет, точнее, будет посажено больше деревьев, чем было вырублено. Не будет, потому что у нас нет до сих пор реестра зеленых насаждений. И тем более не будут посажены те, которые в красном. Это не значит, что нужно вырубать прекрасные здоровые деревья. Пожалуйста, подождите, работайте. Вы же не в форме вообще. Вы же не в форме. Вы считаете, здесь не нарушено? Да? Молитесь. Мне кажется, что да, если он говорит, что... Вы здесь, нет нарушений? Да, по не спуску со штептем моих студентов. Спасибо честной полиции, которая не знает даже, какие законы нарушаются. Ну, знает и законы. Нет, как знает, власть им знает. Скажет, ну, так они и поступят. Протокол на месте. Вот господин Котелевич, это замкомиссар или комиссар? Замкомиссар. Замкомиссар. Вот один из тех, кто знает. Начальник муниципальный. Начальник муниципальный. Отлично, вот еще лучше. Повышение. Подождите, получил. Как вы начальник муниципальный? Получил повышение с таким знанием закона. Как они его Котелевич. И
есть ваше заявление в примарии, вы добьетесь своего, просто терпения. Нет, вы знаете, как бы, это, наверное, нужно сейчас. Что сейчас? Какие-то вещи убрать, потому что было уже 3 дня, как бы, заявление. Смотрите, сегодня воскресенье, завтра в притуру. Мы сообщили в притуру, сообщили всем. Посмотрите, какие действия будут завтра. И до этого сообщили, сегодня еще раз сообщили. А завтра посмотрим, какая ситуация будет. Реакция была за 3 дня. На данный момент разбирается в примарии, есть решение муниципального совета о прекращении. Я думаю, что будет. Не может быть, что не будет. Нет, за 3 дня. Вы поверьте мне, что никто не пойдет против вашего мнения. И ваше мнение никогда не останется просто. Вы не отвечаете на вопрос, была или нет реакции за 3 дня. На данный момент мы не имеем. Может, вы имеете какой-то? Я не вижу никакой. Окей, значит, наверное, люди как-то имеют право. На что? Не знаю, сами решили. Для того, чтобы им вести между собойчики, там, кто кому как уступит землю там, другой уступит тому там, не нужны люди, которые бы... Просто история Кишинева. Залезь. Это чисто около, да, и ну, не выдаешь. Ну, да, по вора месяц. Нихуй вора месяц. Вора месяц, да, по. Так нас возут и акума яра утеца, ну. Тут надо не выйти историю, ну. Мод нормал, я целу кроста и требовал черчать. Тот абсолют, я так умел, вина, я сейчас. Мне нужен чей экскаватор, я сейчас. Сапатор археолог, ну, сваку, ну, свачек экскаватор. Сваш клопоцей, как бы пенс латин. Ну, я мало шел от салдискар, к салдау уже сутазу, а скады пистишиня ваша, по урма чиня сайбу мустрер до конштинца. Это если и требуется лист или документер. У них контракт сегодня заканчивается, который они заключили с Урбан Конструктом. Савкин, да? Да, сентем полиция. Агресор 3 сфер арестация ну. Я что, есть репрезентант у министерства культуры. Шарит под территорию на канал у 3 сфер. Повод ведь не ваш. Я одна с Интелеской, дома уже у полиции. Цини крышала у персонала на такой пачке. Мы нас тут все цинку тянули. Я ему я винен квачу. Да ну вот фенсат спорти по дому и веди кай каузы и комплекты. По его мозг кресту лейзер. Вот не агрессар. Нить мусофачи не мига. Лепсеш ты визу министерства культуры. Чаєш, а телефузата регістрарія авторизована? Ну, я рамо перевода, ще ну, рамо не істрі. Як зіся ж розпісла? Байну ж, йому по це розпунка, ну, я рамо в момент. Ну, я вже дикати, а кулося з студентом, що сидіть? Я вже дикати, як... Яка депутатель вастр, відець?
Iată rezultatele. Ei nu spuneți cât e de corect. Nu, nu știu, tot, dar este, este document, înțelegi? Corect. Eu vă arăt ordonanța de la Procuratura Anticorupție. Unii procurori constată, depășirea trebuie să vă servi și a funcționat la Ministerul Culturii și a celor de aici la primărie. Oamenii, fiecare trebuie să răspunde de... Ele nu au fost luate în considerare la Curtea Supremă Justiție. Asta deja nu e vina mea. Nici anul mea. Dar acum primăria trebuia... Care omul, iată, primăria trebuia să țină cont, trebuia să țină cont 29 august, că toate confirmările din Direcția Cultură, semnate de Culeb, au fost anulate. La Ministerul Culturii nimeni niciodată nu a eliberat un aviz pozitiv. Что значит тыкать? Мы стояли, разговаривали, не подошли. Кто тыкал вам? А еще кто приносит? А там кто-то рашает. Вы тут путаете полицию. Причем тут охрана общественного порядка здесь находится. Вы не гарантируете, вы лично. Что? Вы лично в роли замкомиссара. Как я могу гарантировать, что с вашим ребенком может случиться, не дай бог? Сейчас нужно быть юристом, и строителем, и инженером, и врачом, кому можно вести на дела. Пошла. Причину фиксас в калкаре часто. Гарду инсталат кун калкаре процедуре. Колуны на инте, но после инсталата ищ по новому информаре. В калкаре процедуре часто, а дучи к иной требуют ремонтем гарду. И арфи колуны на инте монтат информация, мы имеем термин о луне, ca să problema aceasta să o rezolvăm cu primăria. Nu trebuie pentru ce Значит, мы ждем полицию. Ну скажите, вы родились в Кишиневе, да? Юноша. Мы ждали 3 дня.
Юноша, юноша, вы родились в Кишиневе или приехали сюда? Отойди, тебе сказал. Ела лук, ела на луку. Тебе покажут по телевидению, какой ты герой против старух, а? Как тебе не стыдно? Понял, шеф, тут на телевидении. Смотри на телевидении. Шеф, я сейчас мы пройдем, как ты не шеф. Шеф. А вот сколько тебя, Василий? Пасики тимеются, что учит. Алтиванач фасик. Алтиванач фасик. Через требешти баск фмеясташ. Еде еще остается. Душ вы алтива, я вот я и акулу шифер шел от тридрика. А вот стражи я стою. Ой, Василий. Первое, мы заинтересованы в сохранении памяти. Второе, в том, чтобы парк был здесь нам как бы не огражден. Мой появился нам инкрет. Парень импотентен капабел. А если их взекусит, диспозиция привинде монтаря гардулы, шести парификаем ку, подплывану лачела кари, плавуш, диструджи, а чест монумент истории. Мы интересазом папши фаши. Dacă ai fi deranjat într-un an jumate, o dai jos, domnule. Ești incapabil, concluzia mea e pe față. Într-un an jumate n-ai putut să faci nimic, ești incapabil. Și dumneata și Cârlic vă dați demisia. Unde sunt noi alți prieteni mai capabili? Acum n-ai putut să faci nimic în cazul Șepca. Ca și cu biserica de la Pancov. Domnul Brega, nicio pretură, nicio pretură nu face nimic fără primărie, să știți. Luni dimineața și la primărie. La primărie. La primărie. Toate priturile stau sub... Mai ales că asta e subordonată. Sub jugul primăriei. Asta e pe listă. Acelea proceduri care sunt acum... Liberale impotente.